Ленские авторемонтные мастерские готовятся принять общекомпанийский конкурс профессионального мастерства среди автослесарей. За звание лучшего в своей специальности поборется 21 работник из разных подразделений «Алроса». И это уже не первое соревнование среди сотрудников авторемонтных служб северных площадок. Организовывает состязание профсоюз «Профалмаз». Для участников там уже приготовили ценные призы. Мероприятие посетит заместитель председателя профсоюза «Профалмаз» Константин Дегтярев. Также за ходом конкурса будут следить представители и руководители авторемонтных мастерских производственного управления «Алмаз Дортранс». На сегодняшний день, насколько мне известно, 21 человек заявились на конкурс. Это Ленск, Мирный, Удачный, Хал с разных подразделений. В конкурсной программе три конкурса будет. Это регулировка подшипника передней ступицы автомобиля КАМАЗ, это замена маслосъемных колпачков также в головке КАМАЗ и замена крестовины на кардане. На каком, пока секрет.